Сегодня вечером в 23:35 на нашем канале трансляция главного музыкального события года – церемония вручения Российской национальной музыкальной премии. Ее уже называют русской Грэмми на сцене Кремлевского дворца. Все звезды нашей эстрады – Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Баста, Ёлка – лучших академики выбирали в 16 номинациях. Подробнее Олег Пакшин. На красной ковровой дорожке то и дело возникают пробки и звезд. Только номинантов на премию больше сотни, а еще 300 академиков от шоу-бизнеса, которые за них голосовали, и звездная группа поддержки. Таких азартных болельщиков нет даже на футболе. Так получилось, что твои друзья еще и талантливые. Ну что делать? Вот буду их поддерживать и держать кулачки. О, мы так настроение, расскажите нам. Ой, волнуемся, потому что все-таки такое событие, такая премия. Такие все красивые, такие все торжественные. На церемонию вручения национальной музыкальной премии номинанты надели лучшие наряды.